Всем привет, ребята, с вами Данколапикс, и сегодня у меня новая новость. Вышла версия 1.2.0.22, билд 7, последний билд. Скоро нам представится релиз, хотя он уже представлен на странице Моджон, но только скачать его пока нельзя, и вообще он платный. Да, но потом уже все-таки это исправят, да, и добавят его. Он уже есть, там добавились новые функции, там будут, как сказать, исправлена ошибка, да. Сейчас исправились 53 ошибки, но одна ошибка все же есть. Мы не можем крафтить себе знамена. Мы можем, но для начала нужно долго что-то проделать. Забирайте сундука, но как вы будете крафтить, у вас вылетит. Поэтому пока что верстаком пользоваться опасно. Вот два знамени, которые я смог скрафтить. Вот вы его сейчас видите. Да, вот такие знамена. Так, давайте попробуем еще раз. Зашли в верстак, и как видите, фикс ошибка, да, у нас исправилась. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Теперь инвентарь открывается вообще моментально, как и должно быть. Да, и у нас теперь, давайте сейчас мы возьмем сундучок. Сундук взяли, открыли, и все, как видите, все быстро помещается. Все, теперь исправили, кстати, баг с этим, с перемещением объектов. Теперь он сам перемещается. То есть, точнее, наоборот, не сам, а как только мы отпустим палец, да. Это удобно. Да, и знаете, что я хочу вам сказать? Посмотрите, FPS вообще не проседает. Это просто что-то удивительное, посмотрите. Как только прогружается, чуть-чуть подлагивает. Смотрите, темные дубы. Толстые такие. Вот это да, мне повезло, я нашел темные дубы. О, гриб. Вымахал. Да, бывают здесь грибочки такие. Да, здесь FPS вообще почти не приседает. То есть здесь исправился FPS. Да, здесь FPS исправился. Теперь давайте попробуем скрафтить все-таки наш... Что-нибудь наше знамя. Да, факт, что может вылететь, так что приготовьтесь, может вылететь. Не знаю, сейчас попробуем. Красное знамя. Хоп. Так, кстати, изменилось. У нас, кстати, добавилось это все. Снова вернули наше рисование по верстаку. Так, ждем я сейчас тут. Ла-ла-ла-ла-ла. Ура! Получилось, ребята, не вылетело. Но очень большой шанс, что у вас вылетит. Чуть-чуть зависание, и все, уже приготовьтесь. И вот, кстати, можете заметить, что как только мы сразу крафтим, наш круг... Такой вот, знаете, как сказать, ну, не полый, он такой не полый, не запал у него света. А если мы отключим мир, ну, перезагрузим его, кстати, вот это вот пульт управления сместился немного направо и пофиксилось очень много чего в обучении. Да, и теперь смотрите, все теперь скины не нужно скачивать из интернета, теперь вам не нужен доступ к интернету, они всегда у вас будут. Да, все скины, правда... Они очень много заблокированы. Ну да ладно. Киберпространство. Да, здесь много не переведено еще, но потом, конечно же, переведут. Круто. Хорошо. Да, изменились. Смотрите, вообще ни одного лага, как я вижу. 50... Что, 27 FPS? Вы смеетесь? Вот это вот 27 FPS разве? Ну, давай. По-нормальному. Вот, 47, ребят, все по-нормальному. Да, очень медленно FPS появляется. Да ладно. Посмотрим, что еще, ребята. У нас есть интересная новость. Добавился структурный блок. Чтобы его получить, пишем give qs strukture. Блок, который нельзя было получить. Он, конечно, только в системе находится, и поэтому, не знаю, пока вообще не определяет ничего. Ну, там что-то какие-то, наверное, происходит. Так, переменным давайте. Понажимаем по нему. Что? Он же должен что-то делать? Я просто не знаю, что он делает. Я пока не определил. Ну, что интересно он делает? Что? Может, на него блок как-то поставить? Ну, вот не знаю, может быть, что-то он делает. Я потом посмотрю, что, с чем он связан-то, собственно.
Да, от него ничего поставить нельзя. Да, видимо, его еще просто полностью не добавили. Да, ребят, ну, в общем, очень мягко стало все это выглядеть, да. Все это очень круто, да, мне нравится. Давайте сейчас заспавним какое-нибудь животное. Курицу, посмотрим, как оно заспавнится с лагами. Или как? Нет, ребята, оно заспавнится абсолютно без лагов. Выглядит довольно смешно. Да, можно, конечно, попробовать еще раз рискнуть. Но сейчас я точно знаю, что у меня сейчас вылетит. Потому что... Вот, вот, ребята, как видите... Все это... О, не вылетело. Повезло, ребят, повезло. На третий раз вылетит, потому что... Кстати, вот видите, связка цветов как выглядит теперь. У нас видно, что типа круг смешивается с голубой краской. Это очень прикольно. Так, помещаем еще раз. И еще. Что это? Что за кошмар? Я хотел сделать флаг, восходящее солнце. Но хотя это можно сделать. Я примерно придумал, как это можно сделать. Для этого берем пустое знамя. Кстати, руда теперь не угольная выбирается, как железная. Да, и фикс 55 ошибок. Это, конечно, очень круто. Так, идем сюда. Белые знамя. Так, делаем восходящее солнце. Сначала солнышко сделаем. Ну, примерно оно будет желтое. А теперь здесь сделаем море. Эй. А, надо было это вот сюда поместить. Точнее. Да блин. Иди отсюда. Вот, восходящее солнце. Эй, ты куда ушло-то? Вот оно. Вот оно. Ребята, восходящее солнце. Как видите, неплохо так сделано. Еще бы не хватает облачков. Ну, из чего облачка-то сделать? Облачка. Ну, неважно, ребята. Короче, неважно. Да, и кстати, помните ошибку, которая возникала с командным блоком? Give QS command block. Я говорил, что командные блоки нельзя использовать наименование QS. То есть вас он как бы не замечает. Давайте проверим, исправили ли это. QS Diamond 1. Посмотрим, исправили. Не исправили ничего, ничего удивительного. Видимо, игра просто не видит нас, когда мы не являемся в мультиплеере. Да, видите, не пофиксили. Жаль, очень жаль. Да, пластинки не играют, но в любом случае фикс, большой фикс багов, что... Куда наша курица, кстати, ушла? Курица. Эй, курица! Ее теперь не отыскать совсем. Так, говорили, карта стала действительной картой. Ну хорошо, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Где карта-то наша? А, вот все карта. Что? Так. Масштаб 1:1, что? Карта. Показать маркеры, да, масштаб. Уровень 0.4. Так, карта. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Та-т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 а. Так. Левой руки все еще нет. А. Стоп, где левая рука? Как левую руку поместить? Так. Ля-л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 я
Там океан, по сути. Ну да, ребята, в общем, вот такая вот версия. Очень круто. Мы ждем, конечно же, релизов, чтобы добавили щит. Щит должны добавить, да, щит. В скором времени. Новые видосы уже скоро, наверное, через дней 5-4. Да, может быть, даже через недельку. Ну, кто его знает. Ну, видосы, конечно же, будут выходить, да, ребята. В общем, ребят, с вами был Галапикс. Если вам понравилось это видео, оцените его лайком и подписывайтесь на мой канал. Если это видео наберет 5 лайков, следующее видео выйдет очень скоро, да. Чтобы вышло следующее видео, конечно же, пусть это видео наберет 5 лайков в любое время, да. То есть я буду ждать, ребят, когда всем вам начнет нравиться это видео, поскольку я стараюсь, да. Уголек прям под водой, круто.
Да, ребят, с вами был Николай Пикс. Всем удачи и всем пока.